Викторина по имени Инна называется наш маленький конкурс. Вы, конечно, знаете, что в интернете очень прославилась супруга футболиста Юрия Журкова. Очаровательная Инна, в общем, опровергла гелиоцентрическую систему, напутала с русской музыкальной классикой и свергла с пьедестала советских писателей. Кто смелый? Алексей, сможете ответить на несколько вопросов? Мы построили викторину на по два. Принципу, да, специальность и вопрос от Инны Журковой. Первый вопрос зачитает Денис, второй я. Ну, мы знаем, что у вас первое место на Олимпиаде, да, если я не ошибаюсь? По географии. По географии. У меня первое место в районном этапе, а в муниципальном только призовое. Блистательно. То есть в региональном только. Алексей, призывает. Ответьте нам, пожалуйста, какая из республик Болгария или Румыния входила в состав Советского Союза? Румыния. Инна получает одно очко. Команда учеников ни одного. Тут нет правильного ответа. Тут нет правильного ответа. Ни Болгария, ни Румыния не входили в состав. Про Болгарию шутили. И Болгария... Что, да. Потому что она была коммунистической, да. Нет, они, на самом деле, и Румыния тоже они была социалистической. Ну, не важно. Они входили в Совет экономической взаимопомощи. А и как называется наша галактика? Наша галактика называется... Млечный путь. Браво. Блистательно. Русская школа учит не по специальности отвечать. Спасибо вам большое.